Всем привет! Меня зовут Лара, я администратор клиники Пилюм на Энгельса и амбассадор Золотого Яблока, по мнению наших девчонок. 1 июня у нас будет проходить открытие новой клиники на Московской. Там будет проходить супер-лотерея с очень классными призами. Сегодня мы будем собирать один из них. Угадайте, что это? Это супер-классный, невероятный, потрясающий бокс декоративной косметикой из Золотого Яблока. Ну что, вы готовы? Мы пришли к ШИК, и я предлагаю для начала взять скульптор. Он супер крутой, дает максимально естественную тень, то есть переборщить с ним очень сложно, только если вот сильно постараться. Один есть. И еще пудра, про которую я писала в последнем посте про декоративную косметику. Эта пудра очень крутая, она действительно создает эффект фотошопа, повышает подбор оттенков. Я в восторге от вашего бренда. Это мне надо, это мне надо. Ну, пожалуйста, бокс из ШИК получился. Пока вы там спали, мы набрали уже спонжик, очень крутой. Корректор показывала, пудра, уже рассказала про нее, тушь, консилер. Девочки, если честно, такой крутой бокс получается. Ну, вообще, я бы за него такую мясорубку устроила. Следующее, что очень хотелось бы, чтобы у кого-то из вас было, это крутые тинты от OK Beauty. Универсальный продукт, его можно наносить как на щечки, как на губы, использовать в качестве подложки для теней. Оттенок Safari. О, тут какие-то новые появились. Вот Marrakesh, для тех, кто любит порозовее. Какао, пусть будет какао. Я не могу это прочитать. Но все-таки хочется вот как-то вот сияние, вот это вот, чтобы было тебе космоса было видно. Как Риана нам завещала, понимаете, девочки, палетка с универсальными нудовыми и с такими матовыми сатиновыми оттенками. Я думаю, она подойдет даже для новичка. Вот мне очень нравится ее упаковка, такая вот прям сожрать хочется. Берем масочки в качестве подготовки такой легкой к макияжу. Можно использовать тканевые маски Дарлин, если срочно нужно с утречка новое лицо, то что нужно. Я молчу, потому что ищу подводку. А ее и нет, девочки. Такая классная, что разобрали. О, зато есть вот эта, тоже крутая. Я заблудилась. Теперь мы пришли к белорусской косметике. Не осуждайте, но она классная. Гель для бровей, суперфиксация, эффект ламинирования, честно говоря, круче, чем пуши. Кремовые тени, их связаешь, они выглядят очень дорого, очень круто. Берем вот такой вот 0,8 оттеночек. И я бы тоже хотела взять блеск из белорусской косметики. Он сейчас, кстати, нет. Пожалуйста. Вот так вот он выглядит. В вопросе карандаша мы особо изощряться не стали. Идем по проторенной бьюти-дорожке. Купа в 0,04 оттенке, который подходит абсолютно всем, и даже вашей бабушке. Завершаем наш бьюти-трик по Золотому Яблоку с полной корзиной всяких богатств. И идем на курс. Так. Окей. Идем. Я обожаю это кликанье. Ну что, наш прекрасный бокс готов. Мы вложили всю душу, все знания о мире бьюти, чтобы он получился таким классным, универсальным. И я надеюсь, что он очень сильно обрадует одну из вас. Для участия в лотерее приходите 1 июня в нашу новую клинику на Московской. Там будет супер классный праздник. Вот, поучаствуйте в розыгрыше, потому что мы же так стараемся.